Мы находимся на той же выставке Lingerie Show Forum. Сегодня 6, напомню, сентября. Вот такая выставка. 2016 год. Стенд Picanto. Кто не знает из наших зрителей, вот сейчас узнает. Представляем вам Жанну Насонову, руководитель, бессменный основатель этого бренда российского из города Орла. Остальное вы расскажете нам сами. И о, сколько вам лет, не вам, а вашей компании сколько лет, вот, где находится, да, есть ли у вас розница, да, какие коллекции, все рассказывайте. Бренду Picanto 10 лет, пошел второй десяток. Собственное производство у нас основано было в 2005 году, уже 2011 год. Производить мы начали с одежды для дома и отдыха. Первая наша линия была. Затем у нас добавилась линия постельного ассортимента. Затем у нас добавилась линия Family Look для мамы и дочки одежды. Вот, вижу. И порядка 4 лет назад мы немного перепозиционировались и предлагаем одежду свободного времени, которая занимает и полностью удовлетворяет наших клиентов в свободное время от работы. Хорошее вот определение такое, новое определение, одежда для свободного времени. Потому что многие как бы напрягаются, видя у нас новую линейку, но я сейчас подробно расскажу. Давайте. О том, почему это так. Мы, видимо, в свое время очень интересный подход нашли к производстве одежды для дома, потому что выявился тот сегмент, который, как мы расценили его, что, наверное, очень красиво мы все делали, замечательно, комфортные силуэты, красивые ткани. И женщины нашу одежду для дома использовали в своей повседневной жизни. И мы пришли к тому, что, видимо, вот для свободного времени не хватает одежды, отличной от классического костюма, платья-футляра. Поэтому появилась линейка, которая логически, на наш взгляд, делится. И вот мы за эти 4 года поняли, покажите, что мы правильно сделали. Покажите ее, мы о чем речь предпостельный идет. Предпостельный ассортимент, который обслуживает, наверное, хорошее, да, слово, обслуживает женщину сон, утренний кофе, сбор, собираемся на работу. Затем идет линейка одежды для... Это мы говорили сначала о этом, предпостельном, да? Ассортименте. Предпостельном, да, ассортименте. Да, сюда входят легкие тунички, сорочки, халатики, пижамки. И цветовая гамма, вот смотрите, мы видим одну, ну, две, а еще есть? Или это вот лаконичная гамма? Нет. Здесь просто на выставке представлена коллекция шоколад. От белого шоколада через молочный до горького. Здесь представлена коллекция мерцающих гранат, то есть кому-то комфортно в халате, кому-то комфортно в домашнем платье легком. Опять же, здесь есть и сорочка, и халат волшебный. Да, красиво. Проснулись, оделись, отдыхаем дома. Это мы называем у себя в компании «Ленивый отдых». Это на вас? Нет. Сейчас такое, нет? Я здесь не отдыхаю, Михаил. Я очень активно работаю. А что мы подразумеваем под ленивым отдыхом, да? Дома на диване с книжечкой. Разные варианты. Комфортно в тунике, комфортно в комплекте с леггинсами. Опять же, на выбор. Это коллекция «Черника». В этой линейке присутствует масса комплектов для ленивого отдыха, которые уже так немножечко поактивнее, когда мы занимаемся уборкой или домашними делами. Масса комплектов с бриджами, с футболочками, с топами. То есть здесь представлено немного, небольшой ассортимент, да, немного того, что у вас есть. Да, ну, выставка не позволяет все, да, принести и все продемонстрировать. Так, это из этой же категории, да, ленивый отдых. Да, это ленивый отдых. Домашние, опять же, посиделки с ребенком за книжечками, также комплекты с леггинсами, угу, в тон маме, если это
интересно. Хорошее название у вас. Вот ленивый отдых. Ленивый отдых, да. Это все, что мы можем себе позволить дома, все виды мероприятий. И линейка, которую кто-то называет casual, я люблю это называть активным отдыхом. Это мы идем с собачкой на прогулку, это мы идем с друзьями на шашлыки в различных свитшотах, в различных трикотажных брюках. То есть вся одежда выполнена все равно из трикотажного полотна, да. То есть все комфортно, все эластично. Наверное, еще и шерсть, вот, я, мне кажется, да? Да, зимняя коллекция подразумевает, конечно, теплые шерстяные ткани. И основная, как бы, наша концепция – это то, что мы используем только натуральные полотна. Это итальянские? Да, это итальянские. Да. Если в летних коллекциях у нас хлопок, вискоза, модал и лен, очень интересные коллекции, льняные летние у нас в этом сезоне были, которые порадовали своим спросом, и покупатели были довольны. А в зимней коллекции, конечно, уже появляется шерсть. Что мы предлагаем? Мы предлагаем велюр там еще? Или как он называется? Шикарный велюр, это модал. А, модал, да? Это модал, даже у нас модал. Вот такой уютный бархат, который сейчас очень моден и в тренде. Предлагаем разные сочетания вишни. А, кроме натуральности сырья, что у нас еще отличительная особенность? Это, конечно, размерный ряд до 54-56. Мы предлагаем хорошие линейки для женщин, комфортные в любом размере. И в любом возрасте. И в любом возрасте. Но это на самом деле так, потому что когда у нас спрашивают, а как формируют понятие целевой аудитории, мы теряемся, потому что мы понимаем, что в наших моделях это и... Ну, 25, и молодая девушка и 55, будет, да, будет чувствовать, вот, смотрите, да? То есть это то, что такие, элегантно. По стилю элегантно, а элегантность, она свойственна как молодым, да, так и... Там двусторонняя, я смотрю. Да, у нас вот там, тут двусторонняя. Вот, например, у нас есть замечательные жакеты из хлопка, которые обработаны срезы таким образом, что вы можете носить на любую сторону. То есть это пойдет дополнением. И как в тунике цветной. Угу. Да, да, да. Точно так же мы можем с вами... Тестируете все в своих магазинах? С джеггинсами или вот с платьем. А, вот как еще. Замечательно, все в том. Все коллекции пересекаются в сочетании, все логично дополняется. Если в линии для ленивого отдыха мы комплектуем, и у нас идут комплектами, например, не сверху, то в линии для активного отдыха мы предлагаем различные варианты свитшотов, шерсть, хлопок, модал, велюр, бархат. И к ним низы различные, от джеггинсов до объемных брюк. Вот. И в вашем фирменном магазине в Орле, да, это есть? Почему мы уверены в своих коллекциях? Потому что все наши коллекции проходят, конечно же, держим связь с конечным покупателем через свои фирменные магазины. В фирменных магазинах, да, представлены полностью все линии бренда. И вы знаете, что говорят о них покупатели. Знаем, подсматриваем, подслушиваем. Расскажите про цены теперь. Что? Анализируем и делаем выводы, что-то меняем, как-то совершенствуемся. Понятно. Жанна. Ценовая категория, средний плюс у нас. Цены. Отпускная с фабрики. Отпускная с фабрики. Шерсть итальянская, 2600 рублей. Так, здесь. Вискоза. Для ленивого отдыха. Для ленивого отдыха, да. 1480. В общем, от тысячи что-нибудь есть? Я хочу минимальную понять стоимость. От что-то. Получается, наверное, вот если мы будем брать, от 1200 это сорочка. 1200 сорочка. И самую теперь показывайте дорогую вещь, которая у вас есть. На сегодняшний день это, наверное, велюр модал. Велюр модал, да. Вот если мы возьмем комплект, например, брюки и... Все отдельно, да? Мы хотим купить комплект. То получается у нас джемпер будет 1930 и брюки 1800. Ну, 3800, да. Значит, этот комплект в магазине будет стоить, да, около 7500. Да, это модал. Да, это модал, но это самая дорогая вещь.
Вот. Ну, я хочу сказать нашим зрителям, чтобы они, посмотрев еще у нас контакты в журнале «Пиканта», обращались к вам и наполняли свои магазины той продукцией, которая востребована, модная, удобная и хорошо коммерчески себя зарекомендовала у вас уже. При всем при том, хочу еще сказать, что мы сейчас вот понимаем удобство нашей коллекции в продаже в том, что своими линиями мы можем охватить очень большой спектр клиентов. От бельевого магазина, куда идет наша предпостелька, да, и домашняя частичная одежда, до одежного, да, магазина, который вот может использовать нашу линию для активного отдыха в своих... Ну, да, как правило, у успешных предпринимателей несколько типов магазинов, и бельевые, и одежные, да, они друг друга дополняют. Мы готовы со всеми сотрудничать, дружить. Хорошо. Я думаю, что обращения будут, видя такую красоту и такой уровень цен. Лук, конечно, она никого не оставляет равнодушным. Мама, дочка. Да, да. Так, а где мужской ассортимент? Работает. А где мужской? Михаил, это не в Пиканта. Не в Пиканта, да? Понятно. Хорошо. Тоже нашли свою дорогу, по которой уверенно идете. Жанна, спасибо огромное за рассказ. Я много интересного узнал, и зрители узнают. Ну и добавятся у вас клиенты. Спасибо. Потому что не все знают. Спасибо вам. Спасибо.